Как показывает статистика, несовершеннолетние часто попадают в дорожные происшествия именно в период школьных каникул, когда больше времени находятся без присмотра взрослых. Родителям инспекторы дорожного движения советуют не оставлять детей без внимания и постоянно напоминать о правилах поведения на дорогах. В нашей программе принимает участие начальник Вышневолоцкого отделения ГИБДД Андрей Григорьев. Уважаемые участники дорожного движения, в преддверии летних каникул серьезную обеспокоенность госавтоинспекции вызывает ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом на обслуживаемой территории. Так, с начала 2014 года на территории Тверской области произошло 47 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в них 4 несовершеннолетних погибли и 45 получили различные травмы. В 45% случаев дети являлись пассажирами. В таких ДТП пострадал 21 ребенок-пассажир. При этом 8 несовершеннолетних не были пристегнуты ремнями безопасности или находились вне детского удерживающего устройства. Вышневолоцкий район не стал исключением. У нас произошло 7 таких ДТП, в которых пострадало 7 несовершеннолетних. Как показывает статистика, с наступлением летнего периода увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Это связано с тем, что у детей больше свободного времени. Зачастую родители не контролируют своих детей в то время, когда они находятся на улице. Дети предоставлены сами себе, что нередко приводит к ДТП. Уважаемые родители, необходимо всегда помнить, что дети – самые незащищенные участники дорожного движения. Не оставляйте их без присмотра. Контролируйте своего ребенка, когда он находится на улице. Проводите короткий инструктаж по правилам безопасности дорожного движения перед каждым самостоятельным выходом ребенка из дома. Также помните, что в автомобиле дети получают гораздо более значительные травмы и увечья, нежели взрослые пассажиры. Родители, которые до сих пор не используют детские автокресла, беспечны и безответственны. Запомните, нет автокресла — нет поездки. Уважаемые водители!